Ребята, всем привет! Вы на канале Стик Барди. И сегодня у нас такой прекрасный день выдался на таком прекрасном карьере. Это карьер монаховский. Мы сегодня приехали нырять на него. Посмотрим, что там на дне, какой там пейзаж, какой вид. Так что, друзья, смотрите, не переключайтесь. И, как всегда, с вас как можно больше лайков. Стараюсь для вас, чтобы вам было все интересно. И, как всегда, ребята, оставляйте внизу этого ролика свои комментарии, что бы вы хотели еще увидеть. Скоро у меня будет еще и подводная охота, и рыбалка. Так что, друзья, смотрите. Thank you.
больше не буду. Забыл! Руки, я тебе говорю, вообще на глубине я их не чувствовал. Сюда вышел, они аж колом встали. Ну что я могу сказать, если меня слышно? Дайв просто ок. Я кайфанул, вы посмотрите, какая вода чистая. Если кто захочет испытать эту красоту, вон наш гид. Он это все организует. За небольшое вознаграждение. Да, за небольшое вознаграждение. Мы вам покажем. Нет, вернее, он нам покажет всю вот эту вот красоту. Как он вот так из два автобуса? Да, как здесь лежит два автобуса. Что тут еще? Гоупрошки, да? Да, две. Две гоупрошки. Так что тут хватает на что посмотреть. В общем, друзья, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Если меня, конечно, слышно. Это релакс полнейший. Всем рекомендую. Фух. У меня такого дайва не было. Просто именно чисто дайва. С 2008 года. Я кайфанул просто. Это класс. Спасибо вот этим людям. Пригласили на дайв. Я кайфанул от души. Ребята, вам спасибо. Я думаю, еще увидимся. Пожалуйста. Кому интересно, присоединяйтесь. Вот, присоединяйтесь к этому человеку. Ссылка будет в описании. Так что, ребята, ждем вас всех здесь. Заходите в гости. Заходите, как говорится, да, в гости. Будем рады всем. Все, всем пока. До следующего, как говорится, нашего с вами ролика. Всем добра-бобра, ребят.